На форуме «Краснодарский край» впервые представляет мультимедийные презентации инвестиционного потенциала региона на двухэтажной площадке. Со всеми возможностями Кубани инвесторов познакомят архитектурные макеты и 3D-проекты. В целом в рамках форума край представит свыше 490 инвестиционных проектов и площадок. Из них 90 предложений в сфере АПК, 43 в промышленной и 42 в курортной отраслях, а также 32 предложения в потребительской сфере и более 20 строительных инвестпроектов. На этом форуме представлены те проекты, которые отработаны тщательно с учетом земельного законодательства, с учетом технических условий от ресурсоснабжающих организаций. Те проекты, которые власть готова сопровождать дальше. Если брать из крупного, это новая точка роста для края. Это, наверное, все-таки концепция создания яхтенных марин, в котором две площадки находятся в городе Сочи. В Сочи для участия в инвестиционном форуме приедут делегации из 24 стран. Ключевой же темой 15-го международного форума «Сочи-2016» станет новое качество государственного управления. Проекты для роста, проекты для жизни. Форум завершится в воскресенье.